Друзья, всем-всем привет! Всем добрый обед! Я сегодня пол первого время. Серега приходил. Пили чаи, кофе гоняли. В общем, стирала. Стирала не я, машинка. Вынесла на улицу вещи. У нас мороз 30 градусов с утра. Ну, сейчас поменьше уже, но что-то морозы взялись у нас, непонятно почему. Ну, и время я к обеду, думаю, ой, ну что варить, а ну что готовить. Открыла вот этот стол, открыла, села на корточки и гляжу в него. Там на верхней полке у меня крупы. Ой, ну что, суп гороховый варила, лапши эти все варила. А вот это, друзья, купила уже давным-давно, я показывала. И лежат эти ракушки, да? Думаю, вчера пельмени были, а сегодня будут пельменевые пельмени. Вот эти ракушечки. У меня остался фарш. В общем, насколько хватит. Нам на обед хватит. Сейчас я начиню эти ракушки. Ну и второе блюдо будет, что ли. Вот такое вот. Не знаю, что варить. У меня ум, вот у меня уже голова, мозг кипит. Что готовить? Так, приготовила вот сковородку. Насчет вчерашних пельменей, теста. Вове моему все не так. Тесто ему не очень понравилось. Мне нормальное тесто. Прям, не знаю, не разварилось и ничего. А ему вот как будто ему кажется, что оно как, ну как сказать, у него вкус такой, оно же заварное, у него совсем не такой вкус. Он этого понять не может. Ну ничего, я доделала все тесто, наморозила. Говорю, будем есть. Он говорит, да будем, конечно. Это, ну просто он ощущает, что тесто вроде как не такое. Вот. Так, ну-ка я попробую. Сколько все? Или руками, или ложечкой буду. В общем, я сделаю с, ну, как сказать, с овощами, с подливкой. Ну, чтобы было вкусно. Сейчас я их набью или руками уже набивать. Они, гляньте, твердые-твердые. Прям деревянные. Может, руками легче? Конечно. Я сейчас их вот так вот понапихаю. Тишка пришел на фарш. Вот сразу чует. А я там еще мясо достала. Я ему отрезала мясо. Фаршу, говорю, у меня и так мало. Вчера его кормила. Так, а мясо я потом тебе отрежу. Подожди немножко. Я занята. Так, это ракушка или что это? Или туфель какой? Не пойму, на что это похоже. Ну, тут, наверное, мало выйдет. Ой, ну нам перекусить. Утром котам, думаю, собачки, котам, ну, что варить, такого ничего нету. Я нашла пакетик каши одноразовой. Наварила там рыбки мелкой. В общем, туда хлеба натолкала и накормила их. Наелись. А рыбу прямо так вот измельчила. В общем, накормила хозяйство. Так. Ну, сегодня больше особо дел у меня никаких нету. Постирала, сейчас готовлю обед. И все дела. Смотрите на меня, не дам фарша, у меня мало. А вот готовый, дай вот такой, он есть не будет. Ну, как сказать, вареный уже, он не будет вот такой есть. Все, мне тут осталось я совсем немножко. Я луковицу одну порезала. У меня, видите, мало оказалось вот таких вот. Ну, мало начинила я. Я добавлю еще пустых. Так, добавлю туда. Открыла вот здесь вот сок. Ой, не сок, господи. Салат с фасолью. Здесь и помидоры, там и морковь. Я не стала сюда морковь. Там фасоль есть, в общем,
приправами такими со всеми. Я сюда вот добавлю, чтобы они у меня были такие сытные. Так, достать на ложку. Если птички вчера не кормила, Паш, мне хватило на больше. Птичка уже выпрашивает. Так, вот сейчас добавлю вот сюда вот этого салата. Он такой густой. Тут и перец болгарский, тут все есть. Короче, две ложки, наверное, хватит. Там фасоль. В общем, я в борщи добавляю, так едим. Вот, видите, тут фасолька. Салат вкусный. Перчика сюда. Сейчас еще сухого сыпну. В общем, друзья, не столько этой лапши, сколько будет вся косячина. Так, немножко перчика добавлю. Хмелю цинели добавлю. Я руками все. Все по старинке руками. Так, вот этот вот перец вяленый сюда добавлю. Пахнет. Так, паприку не буду я добавлять. Вот, друзья, наверное, не знаю. Четыре помидорки вот так вот добавлю. Хватит. Сейчас все это, как сказать, перетомится вместе. Так, я уложила сюда все эти и добавила вот такие вот пустые. Все, я буду заливать водичкой. Потом посолю по вкусу. Добавлю этого. А что добавлю? Чесночка. Под конец. Так, еще, наверное, водички. Чуть-чуть. Они такие твердые-твердые, они будут. Ну так, примерно. Минут 20, наверное, точно будут готовиться. Очень твердые. Так, я сейчас закипят, я убавлю огонь. И просто под крышкой буду томить. Заморозила пельменьки вчера. Один пакет уже сбросала. Сейчас, так, где тут? В общем, я сегодня у меня будет не обед, а не знаю, все сборное какое-то. Взяла еще, наверное, чтоб 5 пельмешек туда положила. Так, ну где тут? Вот. Мука, видите, какая темная. Олейка, темная мука какая-то. Морозилку бросаю. Вот, на всякий случай пельмешки есть на перекус. Так, что здесь у меня? Ну, кипит помаленечку, так, томится, пускай томится. Я подсолила все. О, твердые-твердые вот эти вот штучки. Все, пускай. Все, друзья, обед приготовила. Вот такой получился обед. В общем, друзья, вот так у меня получилось. За мной не повторять. Обед мой называется. Я его слепила из того, что было. В общем, так. Ну, не знаю. Сейчас попробую на вкус. Вот две пельменьки себе положила. Так, два пустых. Нет, даже... Ну да, два пустых. И вот с фаршиком такие ракушки. Проварили все. И сделала, друзья,
Салат с морковью. Я его, морковь, мелко пошинковала, сюда добавила чесночок с майонезом. А миленько почему, друзья, сделала? Ну, зубы сыпятся, грызть нечем морковку, если крупно натереть ее. Ну, а так, он такой веселенький салатик морковный. Ну что, будем пробовать. Горячая. Ну, на вид, друзья, нормально, чё? Ну, это ж еда. Опять хвалю. Все нормально. Вкусно. Ну, сварила ты, сварила, господи. Я думаю, я не одна такая. Супы уже неохота, ничего уже неохота. Так, ну эту еще надо скушать. Была твердая изначально. Поддевка вкусная. В общем, там я хлеб нарезала, его не видно. С хлебом. Нормальная, друзья, еда. Было бы что покушать. Вот. Ну что, мы обедаем. Сейчас Вове еще в тарелочку накладу. Будем обедать. Потом, наверное, сходим на улицу. Солнце. Ветра вроде как нет. На улице чувствуется, что морозяка. Сейчас гляну. Так. 20 градусов. Вот днем, да, 2 часа дня. 20 градусов. Мороз. Что-то морозы взялись. Дружок на солнышке греется. Набегался. Вова его привязал. Серега его отвязывает и берет с собой. Иди сюда. Тянешься. Сюда иди. Иди, мой хороший. Ох и дружок. Ох и дружок. Ну, давай. Ну-ка, иди сюда. Он подвесит. Стоит как артист. Иди сюда, дружок. Все, лег. Ну, посмотри сюда. Хорошая собачка. Он такой доброжелательный. Рыженький. Дружок, я за тобой камеру не успеваю водить. О, тянется на солнышко ему. Сидит на солнышке. Ладно, все, я пошла. Я пошла. Ой, зима, зима, когда же она кончится? Господи. Друзья, обед-то получился вкусный. Представляете? Даже Вова похвалил. Я ему положила на 3 этих ракушки. Вот, под лифчиком. Он говорит, я думал, я не осилю. Съел и немножко даже поел. Салатика морковного. Солнце он какое, друзья. Двадцать градусов. Надо же, днем двадцатка. И никого нигде. Нигде никого не видать. Ни там, ни там. Так, ну ладно. Идти обратно. Сегодня, наверное, видео будет небольшое, друзья. Я во всем рабочем. Небольшой видос будет. Дружок. На солнышко выбирает место, где солнце светит. Друзья, буду видео свое заканчивать. Всем пожелаю крепкого здоровья. Дружок, попрощайся. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Это давала косточки из-под холодца. Большая. Он закапывал, наверное, сейчас отрыл. И балуется, грызет. Она голая.
Все, друзья, пока-пока.